несколько раз приостанавливать осеннюю уборочную кампанию пришлось хлеборобам севера Кустанайской области. Причина – ненастная сырая погода. Первоначально аграрии планировали завершить массовую уборку в первой декаде октября. Однако уже сейчас ясно, что планы придется корректировать. В Миндыгоринском и Узункульском районах за последние 2-3 дня выпало до 26 миллиметров осадков при среднемесячной норме в 25. Для работы в этих районах с юга региона переброшено 126 комбайнов. Но техника не всегда может зайти на поля. В области убрали чуть более 70% всех посевных площадей и намолотили почти 3 миллиона тонн. Что касается качества собранного зерна, то из миллиона тонн уже поступивших на элеваторы 85% третьего класса. Для урожая нынешнего года характерна также высокая влажность, есть проблемы с натурным весом. Напомню, Кустанайская область дает до четверти всего казахстанского каравая. Зерно при такой влажности поступает очень сырое, поэтому сельхозпредприятия, где есть сушилки, у кого есть сушилки, им будет дополнительно выделено дизельное топливо для просушки. Прогноз погоды по ничего хорошего не предвещает. Где-то последние, то есть предстоящие где-то неделю еще ожидается такая погода. Поэтому сроки уборки, естественно, отодвигаются. Говорить, что о большой потере, я думаю, не стоит, потому что нет той температурного режима, который бы позволил, когда в колосе прорастало зерно.